приехали в центр погулять на самую главную улицу Новой Зеландии, Квин-стрит. Самая главная, самая большая, самая оживленная и где больше всего бутиков и всякого такого. Посмотрим, как они сегодня выглядят, есть ли там очередь или подобное. Вот. А пока мы решили отправить наше чадо погулять на детской площадке, пока Марк спит. Ну, он уже проснулся, но тем не менее, пока Улька гуляет на площадке, мы решили с вами поздороваться и рассказать, что мы будем делать сегодня. Вот такие у нас в центре, ну и в других районах города стоят скутеры в аренду. То есть, я, если честно, не знаю, по-моему, там $3 сколько-то проехать. Но прикольная штука, их очень много, многие пользуются. Но мы не можем, потому что мы с ребенком, коляска и все такое. Вот, кстати, Белый дом. Мы когда сюда только приехали, думали, ух ты, американское посольство и все такое. Но было небольшим разочарованием для меня, когда я узнал, что это на самом деле бордель. Вот такие вот дела. Называется прям так, это Белый дом. Центр. Entertainment центр. Центр развлечений, скажем так. Вот такие дела. Ну пойдем прогуляемся дальше по улице. Вот, собственно, мы и на Квин-стрит. Вот, у меня много ассоциаций с этой улицей. Во-первых, я учился здесь, во-вторых, я здесь работал. Вот, кстати, прохожу мимо того места, где была моя первая IT-работа. Вот, находилась она вот здесь. Вот в этот проход я заходил туда и поднимался на 5-й этаж. По-моему, у нас там был маленький офис, маленькая аутсорс-компания. У нас там было 6 человек, включая нашего шефа и секретаршу, она же бухгалтер. Выше по Квин-стрит я учился здесь полгода на английский язык. Ну, в общем, было очень много воспоминаний. Мы тут ходили каждый день после учебы, когда я заканчивал, до порта, там вдоль причала, где пришвартованы красивые лодки. Как-то даже порой задумываюсь, о, блин, когда-нибудь у нас будет такая лодка. В общем, я все еще на это надеюсь. Поэтому как бы, покажу, что здесь есть еще. Все-таки я считаю, это самой главной улицей Новой Зеландии, потому что она самая оживленная, больше всего народу. И опять же, Окленд — это самый крупный город и больше всего туристов. Вот так вот. Вот такие концерты можно увидеть на Квин-стрит очень часто. Луи Виттон, Гуччи. И тут всегда есть очередь из людей, которые стоят и хотят купить модные сумочки и аксессуары для себя. Но не знаю, откуда у людей столько денег. Тут, кстати, дальше Rolex. Вот, еще дальше можно увидеть, с другой стороны, по которой мы идем, Prada, Dior и Swarovski, даже вон там есть подальше.
Вот. Ну, здесь, конечно, поменьше людей. Но, кстати, тоже вот стоят в очереди несколько людей в Dior. Классные носочки. Думаю, может взять какие-нибудь Pac-Man. Вот такие. Или Gummer. Не знаю, хорошо видно или нет. Обычно сюда приезжают большие грузовые корабли, там размером, не знаю, с пятиэтажный дом. А тут я в первый раз вижу корабль, который привез другие корабли. Вот, то есть у него вон там, как вы видите, три... Раз, два, три, да, я вот три вижу, там, может, четвертая спряталась сзади за краном. Яхты парусные причем. Ну, вот. Вот так вот, интересненько. Одну, походу, вот это они спустили, может, уже. Да, ну так, привозят корабли в Новую Зеландию. Ну, я имею в виду маленькие яхты. Ну что, Маркусич, война войной, обед по расписанию, да? И ты, Уля, тоже решила перекусить снаками. Печенюхи, да? Что там у тебя? Покажи. О, вкусненько. О, ня-ня, кушай. Ага. Что нам говорит это место, на которое мы сейчас идем? Да что-то тут все поперекрывали. Все поперекрывали. Ну, вообще, оно, конечно, напоминает то время, когда мы жили в центре. Вот мы ходили вот так по Квинстрит вниз и упирались в порт, которые сейчас мы дойдем, я покажу. Ну, вот. Так что говорю, Квинстрит для нас очень много воспоминаний, я бы сказал. Да, я думаю, для всех студентов, которые учатся в центре и живут в центре. Вот. Извините, что в очках, но солнце прям в глаза. Вот мы, собственно, и пришли на то место, где мы обычно после учебы приходили, садились на вон те лежаки. Я не знаю, видно, нет. Вот там сидели. Общались, мечтали. Мечтали, как у нас будет рабочая виза и резидентство, что мы жизнь сразу улучшится и все будет хорошо. Мы вот сейчас в порту. Здесь ездит речной трамвайчик. Ну, как по-русски речной трамвайчик. Он перевозит с этой стороны людей на ту сторону. Если вот за мной видно, там он сейчас плывет сюда. Потому что в центре очень дорогая парковка, и если вы живете с той стороны, вы можете там припарковаться, а сюда уже приехать и здесь по центру ходить пешком, ну и, собственно, также назад. А вот вдалеке видно мост, по которому мы переезжаем на ту сторону. А с этой стороны сейчас реконструкция, там раньше можно было гулять и смотреть, как эти речные трамвайчики, в общем, ездят. Все время сидят рыбаки. Я так думаю, это одни и те же люди, которые ловят здесь рыбку. Я так понимаю, это своего рода либо маленькая кахавай, либо ну, я не знаю, макрель. Вот такая маленькая. Вот моя ладошка. Надо это вставлять. Ну что, мы решили попытать счастье второй раз в KFC. Никого нет. Вот прикол, мы минут 5 стояли, нам еще и не наш заказ дали, там какая-то картошка фри.